Доброго всем времени суток, с вами Тексар, и мы пытаемся пробить дорогу в Эдем. Ну чего, ну, как они задолбали. Ну пойдем. Кто там, утка осталась? Пошли нафиг. Вот именно, follow me и все. А, я хочу попробовать поджигателя этого выцепить в одиночку. Одного его. Аккуратненько так вот тут отсюда взять и снять. 26, я надеюсь, мы сможем. Так, у нас вроде все с бесшумками, да? Так, арбалет, пистолет, мимир, да. Блин, 26. Ладно, хрен с ним. Будем надеяться. Так, ладно, погнали. Так, у него 7. 26. Давайте дуплетом. Один раз попал. Ну тут, блин, ну мы не пробьем же ж. Давайте 100%. О, крит прошел. Красота. Тогда все хорошо. Щелк. Ну, слушайте, великолепно. Я думал, будет все хуже. Что его увидят, услышат о мутации. 15. Не хватат. 17 хватат. Ну прям танк у нас. Смотрите на его хелсбар. Это чума. 8 плюс 11, у него 19 здоровья. Ну, до этих, честно говоря, хмари не дотягивает, но куда деваться. Так, лисе ничего не надо. Хорошо, сохраняемся. Радостно. И, видимо, надо думать над тем, чтобы выпилить робота. Follow me. Follow you. Так. Я бы, честно говоря, еще на того Мимира посмотрел, не тянись ты ко мне своей линии. Точно, Мимир живой, смотрите, он, у него есть радиус. Мимир, мать его, живой. Ну что, хорошо, пытаемся. Пытаемся взять его из бесшумки. Рубильник, пошел. Ну, вроде нормально. Это уже не важно, что он крадется, попадается. Так. Ладно, из неправильного оружия не жахнуть. Никто нас не видит, все хорошо. Блин, ну просто на глазах у них снимаю. It's Pharaoh. Лиса великолепна. Отлично. Минус еще один. Так, господа, мне кажется, ли эта дрянь активировалась. Давайте попробуем уйти, собственно. Посмотрим, кто там ходит. Ходит робот. Если он ходит один, то он попал. Если они ходят все, то другое дело. Не, все ходят, да? Нет, стоят. Стоят, отлично. Так, Кабанидзе. Давай сюда. Так, эти ребята, бежать. Вы бегаете недалеко, черт возьми.
Плохо, что вы так недалеко бегаете. О, утка далеко бегает. Утки все хорошо. Погнала утка. Смотрим, кто ходит. Вот сейчас. Да, слон будет. Все, вот теперь все согрелись. Вот теперь жопа. Вот теперь нам бы, блин, пригодился Магнус. А что за побитый поджигатель? Да, он загорелся. Я даже не видел, что он там есть, черт возьми. Так, ну все. Мы услышаны. Вот сюда. И кого мы можем жахнуть? Охотник, секты. А этого? Во, вот тебя. Ты мне больше всех не нравишься. Ты всякой дрянью кидаешься. Ну чего, Overwatch. Overwatch. Так, лисица. А, лисица у нас максимально драпает, мне кажется. У нее жизнь тяжелая. Так. Мимир идет. Мимир мы сейчас рубанем. Блин. Бормин, ты мог бы попасть. Мимир мы сейчас рубанем, мы будем пилить. Engage, engage. Вот там бегай, да-да-да, наблюдай, там ходи. А мы пока с роботом будем разбираться. Охотник что-то хочет. Лиса, не пищи, у тебя все хорошо. Фиг ли 25-то? Плутония, блин. Ну, 50, давайте верить. Ага, все. Она свой щит использовала. Так, надо Мимир пилить, наверное. 25, 75. Давайте эту фигню пилить. Now it's getting fun. Все, хлеб. А Бормин метнет гранату. Бормин не метнет гранату. Бормин жахнет дуплетом. Ну, тоже хорошо, тоже хлеб. Так, он сейчас будет огнем фигачить. Козел. Ну, мы сейчас отступим дальше, еще раз него пальнем. Ага, загорелось, хорошо. Что, плутония подгорает? А, мы продолжаем отступать. А птичка у нас до жопы. Я так понимаю, это последнее тут. Так. Давай сюда. Огонь. Попал, что ли? Попал. Шикарно. Фэрроу прямо отсюда будешь жахать. Вали его. Приехал. Молодец. Так, утка. Утка не за укрытием. А то вообще беда с укрытием, я бы сказал. Так, утка, давай сюда. Так, лечись. А, давай лечись. Битая утка. Все, утка целая. Поэтому давайте, догорайте, догорайте, ребята. Выходите по одному. Нам главное под плутонию не подставиться, потому что она может нам... О, наверх полезла собака. Она будет на мозги капать, а это плохо. Так, Бормин, 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 тебе прятаться негде. Тебе негде прятаться. Нет, вот тут можешь, конечно. А, это утка. Так, утка сюда, Бормин туда.
Так, Бормин сюда. Но лечить пока его не будем. Overwatch. Overwatch. Так, лисиц, тебе вообще тут делать нефига. То есть вообще вот никаким боком. Давай сюда. Это у нас дальнобойный боец. Давай издалека больше. Давайте, ползите по одному. А вот это фигово. Надо кому-то гранат кинуть. Ай, косой Бормин. Отлично, погнали. Невозможно попасть ни на линии огня. А, гранату. Лови, дорогая. К сожалению, только на один ход. Жалко. Танк 75, охотник нет, невозможно. Давайте этого козла. Бум. Хорошо зашло. Так, ты у нас. Перезарядочка. Никого больше не можем порадовать? Не можем. Давай тогда вот этого порадуем. О, еще на десяточку, вообще хорошо. Ты еще под контроль кого-то возьми. Ферл под контролем, блин. А, и пошла туда, молодчинка. Так. Лови. 13, хорошо зашло. Плутоний не мочь. Ну что, добиваем. Далеко нас контролируем со своим, конечно. Килом. Сейчас тебя. Сейчас тебя лисица под контролем, вы будете килом. А еще и два мертвецов. А, она может, да. Она ж может мертвецов-то поднимать. Так. У Фэрроу один ход остался под контролем. Это хорошо. Так. Охотник, мало. Давай жрицу долбить. Да опять над своим щитом чертовым. Верховная жрица, лови. Ну хоть так, на 9 тоже хорошо. Опять побежал прятать? Нет, они прятаются, смотрите, бежит какой-то сволочь. На 8, блин. Ладно, аптечки рулят. Давай, лисица, отключайся от них. Ну, конечно. Ну и все, и нам хана на этом. Бормин со своим овервотчем. Ничего не успеет. Так. И дуплет у него. До дуплета у него еще одна фигня. Слишком далеко. Да. Ну, охотника. О, как все хреново-то. А ты поферил сейчас, да? Ну ладно. Фэро живет. Блин, это чертова жрица. Все, Фэро уложили. По новой. Так. Выпиливание медбота было ошибкой. Большой робот агрится. Попробуем сейчас второго поджигателя, да, втихушку снять. Мы можем.
Надо скиллы... Ну, хотя скиллы сменить, блин, они же тормозят, да. Откуда второй поджигатель-то выперся? Почему он такой подраненный был? Медбот, хорошо. Танк секты, охотник секты. Жрица. А, его жрица подняла. Так, смотрите, они все в радиусах друг друга. То есть тут вот мы уже ничего не можем. Парам-парам-парам-парам-парам. Так, мы это подберем. Да, блин, круто. Ну что ж, тогда на чердак и готовится. Магнус. Я не уверен, что нам Магнус нужен, честно сказать. Так, где эти друзья? А, вот они. Так, теперь давай подумаем над отрядом. В принципе, нам, да, для контроля нам нужен Магнус. 10-12. Магнус. 13-17, в общем-то, ни хреново, да? Так. Неуязвим к контролю. Ну, тоже хорошо, на самом деле. Тут что, хорошее у нас в гранатах есть? Было же вроде, да? Такую ему гранатку. Так, хорошо, зажигалка и гранатка тут. Ток зажигалка, видимо. Ну, может, светилку, но я даже не знаю, насколько это хорошо. И мишка есть тут. Так, светилку. И давайте зажигалку. Ну, как-то вот так, скиллы. У кабана дуплет и кулак. У утки. Роботов вырубать. Но еще у нее есть колено. Но утка у нас последний, кто может робота вырубить. Хотя у нее скилл есть. Оу, скилл. Граната. Колено это хорошо. Колено это, не знаю, танк порадовать. Так, ну, вроде вот так у нас все будет. Давайте еще Магнуса пластырем снабдим. Вот так. Ну что ж, сохраняем. И погнали. Так. Эти все далеко. Значит, медбот. У него контроль включится только после того, как мы еще одного выпилим кого-нибудь. Бам! На тебе, медбот. Все, все включились. Так. Не-не-не. Вали медбота. Не на линии. А это фигово. Ладно. Вали того. Отверим утку. Медбот, сдохни. Все, у Магнуса активировалась его способность к контролю. Мы сейчас будем танк хомутать. А Верховная Жрица Плутония будет хомутать кого-то у нас. Ха-ха. Так, он сейчас выстрелит. Нет, Overwatch. Ага. Поднимет поджигателя, да. А еще щит у нее не юзанный, и, видимо, щит сейчас получим. Так, робот пошел к нам. Елки. О, Эдли остался. Стой, стоямба. Так.
Не надо меня светить. Так, отлично. Вот теперь надо правильно разыграть все это дело. Так, ты бери танк под контроль. 50% это хреново. Ну, можно охотника, но танк лучше. Ну, мне повезет. Черт, ОС-2. Ладно, попробуем. Попробуем прожать, но это фигня. Так, Бормин. Бормин. Что ты можешь, Бормин? Ты можешь Мимира, конечно, долбить. А как ты так сидишь, у тебя ничего не на линии огня, а? Давай что-нибудь кинем в кого-нибудь. На вот тебе, Полтония. Так, утка. Утке все проще, и утке надо тормозить эту заразу. Сейчас под контроль кого-то возьмет. Все, Дакс под контролем, приехали. Да. Не прет. То есть на самом деле фишка с убеганием была тогда лучше получается, что ли? Мы почти ж победили. Единственное, танк под контроль взять, это... Так, хорошо. Я хочу увидеть танка. Новая версия. Погнали. Первым будет танк. Да, может быть, атаку схватит. Кукловод, черт возьми. Бормин. Дуплет. Тоже хорошо. Ладно, погнали. Может, с уткой я не успею этого уговорить. 13, что-то сомневаюсь. Утки, не такая страшная базука. Ну, крит 45. Пусть тебе повезет, а? 11, не повезло. Ходу. Манус попадает на глаза, конечно. Еще и мимо. Ну ладно, он идиот. Так, танк Overwatch, это хорошо. Может, попробовать охотника под контроль жахнуть? Так, утка. Да, оружие-то пофигу. Так, нет. Нет. Кабан. Вот. Валим бота.
утка. У нас кидает гранату. Мимира завалить. Отлично. Утка сработала. Так, ты у нас капаешь на мозги. Давайте мы сохранимся, потому что я пока не знаю, кому я буду капать на мозги. Мы никому не можем пока капать на мозги, но мы пойдем капать на мозги кому-нибудь активно. Неправильная цель. Кто правильная цель? Вот я охотнику могу накапать на мозги, но его быстро выпилят. Хотя это время отвлечет от нас всех. Хотелось бы танка. Перезарядился. Я орел. И пошла накапать на мозги мне, да? Магнус поглощено, обломись. Я могу кому накапать на мозги? Я не могу никому накапать на мозги. Так, 100. Полтония 25. Танк мало. Надо мимиры пилить. Утка. Утка может кого-нибудь колено устроить. Че, я могу роботу колено устроить? Нормально так. Давай танк в колено. Чтобы не участвовал в этом во всем. Магнус. Но скарп на магни не может. Да, пилим мира. Лови. 9. Как маловато, да? Чё у тебя следующая? А, электричеством фигачим. О, хорошо. И убежала. Мерзкая. Вот этот кружать пошел. Повернулся боком. Зараза. Так, ладно. Магнус по-прежнему никого, да? Никого. А Бормин. Бормин орел. Я должен попасть на линию огня. Так, секундочку. Бормин, я думаю, стоит спрятаться вот сюда. Ага. И уже отсюда постреливать так вот. Так, 100. Ага, все, от всех спрятался. Молодец. Вали мимира. Неплохо. Магнус. Магнус, по-моему, не в укрытии сейчас, да? Так. Вали мимира. Бах. По-моему, сейчас утка осыпется. Да, все осыпятся. Так, утка. Аптечка. Прекрасно. А после аптечки, мне кажется, ноги. О, хорошо. Что теперь сделаешь? Мертвеца поднимет. А это поджигатель. Но мы его выпилим быстро. Самое главное, Магнусу на глаза не попадается никто. Так, нас пошли окружать. Поджигатель вообще пошел под задницу. Так, это 75. А, что тут как-то... Шанс не пишут, но что-то мне тут не нравится. А, 50, да. Давай, ладно, пинаем этого орла. Косой ты пень, утка. Так, Бормин. Бормин, все хорошо. Он в своем закутке сидит. И никого не видит. Вот с этим что? Невозможно попасть, видимо, да? Ладно, наблюдение. Так, ты... У тебя вообще все без. У нас синий на линии огня, да? Overwatch. Кто-нибудь выбежит от огонь? Выбежит. Ох ты, ей даже прилетело, смотрите. Здорово как. А еще нарвешься?
кого? Да блин, он же от вас закрыт. Офигеть. Так, Магнус, ты кого-то можешь под контроль взять. Я верю, что ты можешь. Неправильная цель. Охотник, неправильная цель? Это, то есть это все неправильные цели. Цель вне досягаемости. Где, что ж у тебя в досягаемости-то? А вот так у тебя в досягаемости, да? Тут вообще какой-то странный тип. 25 плутония. Что он с гранатами? О! Ловите, ребятки. Не поймаете, да? А я не понимаю, как он так сидит. Так, тут будет половинчатое это укрытие. Ладно. Танк наблюдения? Нет, танк наблюдения. Так, ладно, кабаний. 50. Здорово, конечно, если долетит. Давай, пробуем. По-моему, я попал. Но, видимо, как-то не очень, да? Вот как он меня стреляет, что я не могу, а он может. Ладно, наблюдение. Утка. С уткой все хреново. Хошь гори, хошь не гори. Так. Ну давай, в танка. 11. Танк уже для нас не является ценным кадром для захватывания. На мозги как? Нет, разрядом. Но скоро у него созреет капание на мозги. Вроде мимо, да? Вот эта сволочь попадет сейчас. Урон 6. Да, Магнус лечить надо в его ход. Ну, ладно, это последний бой. Я могу тратить аптечку, как хочу. Влепил ему вдогонку, нехрен. Он вообще странный, у него ничего не отображается. Крит 15. Ладно, стоим. Стоим, стреляем. Огонь. 11, мало. Так, я так понимаю, Бормин у нас вообще открыт всем ветрам, да? Это неправильно. Лови. Ну, неплохо. Магнус 2. Магнус, во-первых, аптечку. А теперь давайте смотреть, что у нас тут. Тут у нас ничего хорошего. Вот тут у нас хорошо пошел. Сейчас у него будет контроль. Я чувствую. Нет, не контроль. Сейчас тебе будет Overwatch. Вот там мерзкий поджигатель бегает. Кого кинешь? Утку опять, да? Ах ты сволочь. Так, можем кого-то контрольнуть. Давайте охотничка. Чтобы добро не пропадало. Так, утка. Вали эту нечисть поднятую. На которой даже проценты не отображаются. Так, ты у нас перезаряжайся. 50. Ладно, 50. Силовое поле. Готово, разрядили. Привет тебе, жрица Лезия. Плутоний, извините. Урон 8, тоже хорошо. Что сделаешь? Побежишь? Контроль перехватывать. Нет? Не знаешь, что делать? А я тебе подскажу. Сдохнуть. На тебе еще.
Правда, здорово. Так. Гранаты. О, да, с гранатом. Ловите все. Огонь. Лови плутония. Получен достижение матриарх. Так. И ты нам враг теперь, да? Есть. Все. Зачищено. Левелап-то хорошо, а что на черном экране? Вот так вот, ковчег. Один, секта Нова 0. Безумные планы разрушить наш дом растаяли, как дымка на ветру. Мы в безопасности и еще поживем. А я не понял, что входить не надо? Дым рассеивается, в ушах все еще звенит, и краем глаза я чудом вижу, как что-то покидает Эдем. По моей руке я потом по лицу мечется свет. Я смотрю наверх и вижу, что меня ощупывает взглядом какой-то огромный глаз. Потом он сканирует Дакса и Фэроу, Магнуса и Сельму. Потом свет гаснет, и глаз проворно скрывается в стене. Мы слышим работу механизмов и звук вращающихся шестерней. Звук оживающей машины. Врата Эдема открыты. Может, Эдем видит, что мы мутанты, и приглашает нас домой? Мы стоим в полном молчании, нас пятеро, все мы мутанты, нас нашел и воспитал старший. Наверное, мы на пороге ответа на вопрос, который мучил нас всю жизнь. Кто мы? Неужели мы войдем внутрь и узнаем? Когда мы с Даксом только начинали, все было ясно и просто. Старшему всегда видней. В зоне не было ответов, мутанты не знали, кто они такие и откуда взялись. Такой расклад всех устраивал, нам было не до того. Но сейчас, сразившись с врагами, найдя новых друзей и навидавшись всякого, мы впятером стоим перед вратами Эдема. Войдем ли мы? Хотим ли узнать, кто мы такие? Ну, там была еще локация. Все готово. Теперь посмотрим, что за воротами. А... Утка, ты куда? Поссать бегала. Так. Немножко ускоримся и пособираем тут. Я не уверен, что мне это надо. Но мало ли. Помимо этого, у меня 5 аптечек. Ими граната. Ну все, тут вроде больше ничего нет. Так, возможно, придется драться. Я не уверен, но возможно. Возможно, возможно. Утка, мы тебе... Хотя ты можешь так же... Ладно. Тебе такую дадим. Магнус, 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 Магнус. Ну давай, там будет тесно. А, ты контроль свой потратил, Магнус. Кабан. Тебе Эми. Как-то вот так. Насчет лечить не знаю, я, наверное, по ходу их полечу, если что. Так, автосохранение будет, так что нормально. Ну что ж, вот мы добрались. Я знаю это место. Получен достижение не сказка. Ну пойдем. Мир сплошной, куда ни плюнь. Такую же звезду мы видели на летающих машинах. Те машины прилетали отсюда. Хэммон был прав.
Ну давайте начнем по часовой стрелке слева. Я так понимаю, это будет пустая локация, воевать ни с кем будет не надо. Мы просто разберемся. Ракетная шахта. Причем не факт, что МБР. Взять записку. Реквизиция. Руководство пребывает в полнейшей панике. Арбитра Z1 больше нет. Нам отдан приказ передать всех военных роботов и оборудование отряду ТЭТа. Если мои подозрения оправдаются, а я уже почти не сомневаюсь, это война. Надеюсь, что все закончится быстро. Кто бы там ни победил. Ну, закончилось быстро. Кто бы там ни победил. Так. Все, здесь ничего больше. На этом пульте ни хрена, значит вперед. А мне кажется, там что-то основное. Пойдем сначала в правую тогда. Ну, а то финальный ролик схапаем и... Ой, там что-то светится. Финальный ролик цапнем и все. Скелетин, что скажешь? Ничего не скажешь. Ладно. Казарма. Казарма. И ничего в казарме? Ну, вы даете. А для чего тогда делать? А зачем оно? Так, тут какие-то генераторы. Другая казарма, нет, лаборатория. Я знал, что у нас здесь пластырь, но откуда? Записка. Проект отменен. Приказ отдан, приказ эвакуироваться и все уничтожить. Все исследовательские данные, даже все здоровых подопытных. Многим из нас это не понравилось. Не только по этическим причинам, но и потому, что уничтожается наша работа. Дело нашей жизни. Особенно тяжело приходится Ингмару, настолько, что он заперся в родильном отделении и отказывается открывать дверь. Ну ладно, а зачем мне аптечка? Мы будем с кем-то драться. Вот просто так в таких местах аптечка не кладется. Потому что это финиш. Это по сути финиш. Так, давайте сохранимся. У меня есть сильное желание пойти на базу и взять еще аптечку. Я могу целых две взять. А это будет 8. Это хорошо. Ладно. Да, видите, тут продолжение. Да. Еще сторожевые машины. Совсем целые. Но спокойные. Они спят. Слушайте, а это больше, чем мы в городе видели в запретном. Там поменьше машины. Это прям огромные. Эти прям гигантские. Блин. Обалдеть. Заходим. Да, это оно. Не знаю, почему старший не пускал нас сюда, но сейчас мы это узнаем. Я бы на лисицу переключился, честно говоря. Просто лисица, она прикольная. А, нет. Отряд. Тебя. Лисица, пошли. Так, записочка еще. Провал переговоров. Времена сейчас непростые. Люди шепчутся, что мирные переговоры закончились полным провалом. Подтверждая это, руководство приказало считать Элизии враждебной державой. И выдворить из комплекса силы, если придется, всех сотрудников и ученых Элизия. Все мы этим очень огорчены. Такая детская площадка. Там роботы с манипуляторами. Я, кажется, догадываюсь, откуда мутанты пошли. Они где-то здесь были выведены. Так, обследовать. Давайте обследуем. Поверить не могу, мы ведь под землей, да? Да, вы под землей. Так, тут ничего. Тут ничего, значит, идем дальше. Лужайка. Откуда здесь деревья и трава? Как это вообще возможно? А вот так вот возможно, походу. Так, ну вот туда не полезем, там ничего нету. Или там было обследовать? Нет, забраться было. Так, там еще дверь. А вот тут домик. Они тут, наверное, жили. Нет, они тут учились. Они тут учились. Парты. Блин, а почему они ничего не помнят? Амнезиаки наши все?
Так, ладно, идем дальше. Там же не было ничего, да? Или была дверь? Была какая-то дверь, пойдем посмотрим. Лисица. Да, дверь. Спальни, маленькие кроватки, все понятно. Тут Бормен нарисован, но ведь этого не может быть. Или может? Так, игра сохраняется. Значит, что-то будет. Ладно. Лисица справится, у меня есть 6 аптечек. Ну, пошли по комнатам по очереди. Взять записку. Отчет о плотности костей, неделя 12. Уменьшение костной массы относительно массы мягких тканей. У птиц из отряда воробьиных грызунов и летучих мышей. Исходные данные приведены в электронном приложении. Масса скелетов млекопитающих возросла на 15%, чтобы компенсировать тот факт, что полости костей млекопитающих заполнены костным мозгом. Наклон линии регрессии отличаются незначительно. Ну, еще, короче, пурга. И я не знаю, зачем такие записки оставлять. Так. Глазам сам не верю. Череп как у животного, а не как у человека. Может, это мутант, как мы? Ну да, этот буйвол. Но ему не повезло. Тут чё? Есть чё? Ничего тут нет. А, вот еще записка. Анализ ДНК. Данные приобрели максимальную схожесть, равную бла-бла-бла. В общем, сплошное бла-бла-бла. Про химию и генетику. Блин, я не понимаю, зачем это надо. Оно не атмосферы создает ничего. Нахрена же ж. Ладно, идем дальше. Просто такие вот записки, они ни о чем. Так, последняя лаба, я так понимаю, да? Труп. А, он там еще что-то. Ингмар, небось. Но мы ничего не можем заюзать тут. Микроскоп в воздухе висит. Вот тут, где лиса подбежала. Это микроскоп, висящий в воздухе. Ну ладно, это все мелочи. Так, тут ничего, что ли? Серьезно? Ладно. Я помню это помещение. Через этот пульт можно получить знания. Интересно, есть ли там ответы, которые нам нужны? Ну что ж, погнали. Мы вместе смотрим на экран. На нем мигают большие красные буквы. Проект Мутанты. Экран темнеет, потом на нем начинают мелькать картинки. Они сменяются быстро, так что мы не успеваем разглядывать. Я вижу мутантов в прозрачных чанах, животных в клетках, какие-то обрывки записей, что-то под названием ДНК. Последняя картинка замирает на экране. Это личное дело сотрудника, ученого из проекта Мутанты. Там сказано, что его зовут Ингмар Эдисон. Его лицо, увидев его лицо и посмотрев его глаза, мы не можем поверить. Это же он. Старший, что ли? Да. А какого хрена? В личном деле написано, что его отстранили от работы после того, как он выкрал материалы из лаборатории, экспериментов с мутантами. На нас накатывают воспоминания, мы были результатами экспериментов. Они выращивали нас в чинах и играли с нашей ДНК, превращали нас в уродов. Старший участвовал в этом, древние умерли, а вместе с ними и надежда на лучшее. Почему он не рассказал нам, кто он такой? Комната вращается. Правда затапливает мой мозг.
Все, что я знал, ложь. Я теряю равновесие. В комнате становится темно, по радио звучит чей-то голос. Призрачный и нереальный. Словно к нам из космоса обращаются древние. Вызываю шведский штаб. Шведский штаб, ответьте. Повторяю, вызываю шведский штаб. Все. Неожиданно, неожиданно. Я думал, мы еще вернемся, пообщаемся с этим старшим. Но тут деваться некуда. Лисица классная. Утка прикольная. Кабан тоже хорош. Вот эта вот девушка, я забыл, как ее зовут. Она ни о чем, с рожками такая она. Ну, еще этот. Псионик тоже как-то. Ну, ладно. Что можно сказать? Вообще, надеюсь, что мы еще отсюда пойдем в ковчег и там пообщаемся с этим старшим. Ну, тут ладно. Не срослось. К чему лежала аптечка на столе, я тоже черт его знает. Никакого боя, ничего. Зачем? В целом, кроме мелких вот этих сюжетных вот, ну, как-то незавершенно, да? Ну, может быть, продолжение следует. А в целом, кроме вот этого, игра просто прекрасная, как говорится, побольше бы таких. А, во-первых, по длине, она не занудная. Она вот... проходится на ура с большим удовольствием, то есть она не тянется, что там орды какой-то однообразного чего-то уничтожаешь, она прям вот идет весело, бодро, сценарий раскручивается, все хорошо, прокачка соответствует мобам. Если, конечно, после просмотра осталось желание в нее поиграть, раз сюжет уже знаете, то, как говорится, стоит покупать, игра очень приятная. Вообще такие игры стоит караулить, когда они выходят покупать, чтобы поиграть. Отрисовано с любовью, приятная графика. Все хорошо. Давненько в такое не играл. Ну что ж, я не знаю, тут будет просто в конце титров что-нибудь. А можно побыстрее? Да, мы можем, давайте прокрутим. Может быть, что-то будет. Ну, как в фильмах сейчас любят. Блин, куда же столько титров? Кстати, смотрите, много народу работало. Ни разу не индюшатина. Шведы, в общем, молодцы, конечно. Такой сплав XCOM и не знаю еще чего. Какой еще игры. Мне, по-моему, Люкс говорил. Че, все, да? Все. Ну че? Музыка затихла? Будет? А? Тишина? Ну, игра, блин. Ладно, Escape. Смотрим. Назад что, назад в этот? Новая игра. Продолжи загрузить. Продолжить это я, ну, она загрузится, короче. Ну что ж, все. На этом-то заканчиваем. Финал. Всего хорошего. И до новых встреч.